Для чего ты лежал в гробу? Я в гараже набил себе татуировку «Я все могу» на груди сам, и моя жизнь после этого изменилась. Он съел рулон туалетной бумаги. Я вот сейчас буду жрать червей здесь. Какая конечная цель? Умереть? Съесть суши-сет с голой пенсионеркой. Кайфово! Если мы будем вдвоем голые, это будет забавно. Мне нравятся твои игры. Я сразу не хочу это делать, мне пизда. Это четверг, это 2020, это ночной контакт. И у нас сегодня в гостях просто, ну, крутой чувак. Ребята, он, наверное, в этой жизни попробовал все. А может быть и нет. Прямо сейчас узнаем. Видеоблогер, популярный блогер Габар, друзья. Поаплодируйте ему. Привет. Спасибо. Спасибо. Старина, ну, блин. Ты трэшмен, просто я могу тебе сказать. Но давай так, вот, наверное, не все наши зрители, которые смотрят «Ночной контакт», знают, кто это. Давай поближе с тобой познакомимся. Внимание на экран. Это игры Габара, блядь! Там чеснок и вода, и еще немного лука. Нужно взять это в рот. Подержать во рту минуту, и в течение 10 минут потом тебе нельзя будет блевать. Раз, два, три, пошло. Ты засекаешь? Да, я не собираюсь блевать вообще, но тут дубацкая боль в животе. Погребение заживо. Обкопайте меня, умоляю. Я буду наполнен различными газами. Кожа отбирается от жира. Там реально воздух. Доводим озон. Барбершоп от Габара. Это было очень жестко. И вообще сейчас я ощущаю себя максимально жестко. Это еще малая часть того, что мы посмотрели. Я хочу тебе представить одного человека, у которого нет панических атак. Он просто фанат нашего шоу. Это Костя Пушкин. Он здесь постоянно. Респект. Слушай, он будет тоже задавать тебе вопросы, которые интересуют только его. Спасибо. Я правильно понимаю, ты экспериментируешь со своим телом, со своим здоровьем. У тебя какая конечная цель? Умереть? Нет, сейчас уже третий год как идет, и здоровье не позволяет полностью экспериментировать. Уже и возраст, и спина, и все это отдает четкий отпечаток на мне, понимаешь? Это та цена, которую ты платишь за это все. Габар, ну вот я разгонял просто для себя, а в 50-60 лет ты будешь вот этим заниматься, этим делать? Ну, смотря что, получить адреналина можно и безопасным методом, но пробовать что-то новое — это новые эмоции. Просто меня тешит такая штука, что я думаю, этого никто не испытывал. Это же фантастически, это же не сравнится ни с чем. Все как было. Как я начал блог? Я работал инженером на телеке. А, вот это я хотел спросить, кем ты до этого занимался? 10 лет. Вся моя жизнь была работа, дом, и я планировал упорно 2 недели своего отпуска. Понимаешь, вот вся жизнь. Я подумал, блин, сейчас жизнь может кончиться, надо срочно что-то изменить. И все, я в гараже набил себе татуировку «Я все могу» на груди сам, и моя жизнь после этого изменилась в 30-ку. У тебя на канале написано: «Привет, я Габар, и я жесткий, ставлю эксперименты над собой, проверяю свои возможности». Из последнего, значит, он съел рулон туалетной бумаги. Съел? Это факт. Скучно будет, хавайте. Не надо, это может быть вредно. Да что ты говоришь? По крайней мере, не ароматизированную, ребят. Подожди, ты съел туалетную бумагу? За 30 минут. Прикольно, а потом... Это жестко. А потом, когда ты посрал, можно и не вытирать жопу. Это шутка уже была. Это бы, да, я так не сработало. После этого вообще не вытираешь. Все время чистое. Так, закопал себя в гробу, провозил автомат Калашникова в метро. Реально, да, ты провез? 2 дня, потом в милиции после этого. Ты все это по трезвоку делаешь? Это же невозможно вещи здраво просто пойти и пойду. Некоторые вещи, например, в гробу точно под резваку, потому что там нужно прислушиваться к эмоциям, ко всему. А если есть какой-то фановый видос, мне нужно задора и азарта, я не откажусь выпить коньяка. А что нет? Сыковато, да, немного все равно? Бывает, конечно. У меня такой вопрос. А ты когда последний раз скучал, просто скучал? Сидел дома? Нет, я не помню такого. Не помнишь, да? Да.
А, ждешь все-таки, когда тебя в тюрьму посадят, да, и там не представишь. Нет, у меня нет... У тебя есть одежда подходящая. Против меня нет доказательной базы, понимаешь? Ты служил? Нет. Тебе как будто бы надо было. Согласен, но уже все. Все? Просто интересно, что будет говорить твой сын, когда будет приходить в садик, его будет спрашивать, чем занимается твой папа. Ты уже подготовил? А я буду на собрании вот так, в такой майке. Папа в этот момент в гробу будет лежать. Я думаю, нормально. Он по скайпу оттуда позвонит. Нормально все будет. Я не знаю. Ты никогда не хотел открыть бар свой? Да, габар, очень хотел. Габар? Да. Так это на поверхности, что вы сейчас креативите? Нет, габар это так себе, попробуй так назвать. Гуси-гуси, га-габар. Хорошая. Вот это отличная тема. Гуси-гуси, га-габар. Мне кажется, это хайповая тема. Да, есть хотите, пить. И чтобы у тебя Костян работал, там открывал двери просто. Просто пил, понимаешь? Открывал, он все там сидит и пьет, мне кажется. Это я придумал название. Что ты за игру принес? Вы видели вырезки, довольно трешовая игра. Да. Да, и мы хотели, я люблю настолки, мы хотели, чтобы люди дома не трешили, а в фановую историю все это превратили. Ну, покажи, расскажи, интересно так, же. Это прямо, как она упакована, мы полностью ее делаем сами. То есть это никакого аутсорса нету, печать из города Кирова, яйца из Китая, ну, до как шумиха вся началась. То есть фишки мы там сами упаковываем. Полностью мы делаем в офисе сами эту игру. Окей, но ты сегодня принес как подарок нашим подписчикам, подарок, да. А ее, в принципе, игру можно приобрести. Да, да. Это чтобы потом успокаиваться, да, хлопать. Это вообще просто я взял из стопок игру, доставляется по всей России, поэтому яйцо может разбиться. Подожди, суть игры? Яйцо реально. Подожди, реальное яйцо? Здесь игра от обратного. Так. Здесь это первая игра, в которой не хочется победить. Понимаешь? Так. То есть победитель съедает столетнее яйцо. То есть здесь... Так это, получается, первая игра, в которую не хочется играть, да, в принципе, да? Да. Отлично. А есть сразу же после яйца какой-нибудь гроб, доставка бесплатная? И, короче, тот, кто побеждает в этой игре, в первый раз сувенир от меня — это столетнее яйцо. Яйцо, которое... Реально. Ну, так оно даже немножко пахнет, чуть-чуть. Да это просто из Дикси, самые дешевые яйца. Что ты рассказываешь? Дай мне, пожалуйста, эту коробку. Я хочу сказать нашим подписчикам, ребята, вот это игры от... Игры Габара, от самого Габара, вы обязательно получите. Досмотрите наше шоу до конца, и мы расскажем условия, чтобы получить вот это все, вот эту историю. Габар в гостях «Ночного контакта», мы продолжаем. Я вот сейчас буду жрать червей здесь. Докажи, что ты сможешь это сделать. Ах, конечно. Съесть суши-сет с голой пенсионеркой. А, кайфу. Если мы будем вдвоем голые, это будет забавно. Я сразу не хочу это делать, мне пизда. Старина, ты готов на всякие разные вещи, ты делаешь все, что ты хочешь, тебя, мне кажется, ничем не удивить. Но сейчас сыграем одну историю, значит, смотри. Сыграем слабо, не слабо. Ты вытаскиваешь карточку. Подожди. Я готов. Сейчас был пон с твоей стороны. Черт! Я не очень... Есть такая вещь, для чего я это делаю. И вот когда я себе могу ответить на вопрос, для чего я это делаю, тогда я это делаю. А если есть какое-то впечатление, что я вот сейчас буду жрать червей здесь. Не, подожди, для чего? Нет, подожди. Условно я тебе говорю. Подожди, для чего ты лежал в гробу? Доказать себе, что я смогу это сделать. Докажи, что ты сможешь это сделать. Ах, конечно, ладно. Я думаю, что через какое-то количество лет мы все докажем себе, что мы сможем там лежать. Смотри, сейчас ты достаешь карточку, зачитываешь историю, которая там написана. Если ты готов на эту пойти историю, на этот челлендж, то, пожалуйста, отложи в сторону. Если ты не готов пойти на этот челлендж, то откладываешь в другую сторону. Я давай, готов. Зачитывай, Габар. Поехали. Старая кухня, съесть суши-сет с голой пенсионерки. Ну, это вообще не зашквар даже. Извините. Не зашквар, это... херь, не будешь это делать. Сделаю. А, сделаешь, окей, ну, сюда. Я не вижу в этом ничего такого. Да, просто, давай. Во-первых, я думаю, это будет крутой перформанс. По визуалке будет шикарно выглядеть. Дальше. Никотиновый глоток. Выпить водичку из банки, из которой тушат сигареты. Нет. А я один раз так попал. Нет, я такое делал случайно. Случайно, это было случайно. Бычкосос, по-моему, называется. В машине банка от колы старая лежит, ты там скидываешь бычки, а потом неожиданно... Я однажды водочку запил вот этой вот херовиной. Эко-активист. Собрать голыми руками во дворе собачий говно. Зачем? Я выгуливаю собаку с пакетиком. Так, лучше. Это уже тебе. Нет, да?
Кстати, я ненавижу, когда вот ходят у нас в парках постоянно собака насрет, они не могут за ней убрать. Но есть здесь тоже минусы. У нас что, есть эти площадки для выгула? Мне до ближайшей этой площадки идти 40 минут, понимаешь? Ты собачник. Вынужденный, да. Ну, поэтому, да, поэтому с пакетиком вот это происходит. Не знаю, мне бесят люди, которые убирают говно за собаками. Бесят? Да, конечно, они берут руками, я переживаю, что у меня ладошка... Да, надо пакет, зачем? Раз, завернул. У меня ладошка нагревается от этого, я понимаю, что у них теплое говно в руках, понимаешь? Согласен. Я сопереживаю, мне неприятно, пусть лучше лежит, гниет. Зато согрелся, братан, нормально все. Ужин на миллион. Приготовить ужин из ингредиентов, которые найдешь в мусорном баке. Ну, я не буду этого делать. Нет, опять же, просто, здесь вопрос... Сейчас, буду ли я это делать, или смог бы ли я вообще это сделать? Да, мы придуряемся, да. Просто прикалываемся, смотри, что против тебе... Против ветра прыгнуть с парашютом голым. Я думаю, я это сделал, но есть минус. Я прыгал с парашютом только, когда ко мне был мужик прикреплен сзади. Если мы будем вдвоем голые, это будет забавно. Очень хорошо. А знаете, как происходит? Кто-нибудь прыгал с парашютом, когда в сцепке с мужчиной? Я думал, я буду волноваться сейчас, спрыгну, не спрыгну. Там такая рельса, а там огромный мужик, он просто вот так встал и пошел со мной. А я прикреплен. То есть там, нет такого, я прыгнул с парашюта, меня прыгнули с парашюта, понимаешь? Я прыгнул с мужичком. Да, 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 да. Так вот, мы вдвоем голые летим, я так, готов. Бомж.ру. Провести с бомжихой из трех вокзалов романтический уикенд в пятизвездочном отеле и пососаться. Нет, точно. Подожди, ну почему? Есть разные бомжихи, их бывает отмоешь, и там просто красавица, понимаешь? А там внутри все так же, понимаешь? Уже накопленный опыт. Ну, опыт есть, да. Адекватный мир. Год не пить алкоголь. А теперь, послушайте, мы Габара вообще застали врасплох. Элементарная история. Вообще, к этому, наверное, нужно идти. Но делать я этого не буду. Браво. Браво. А я сделал. Да? Да. Три года уже. И как? Ну, ты что, не видишь, блин, как? Блин, хорошо, нормально. Свежачком. Ничего хорошего, чувак. Дальше. Так, трэш-парад. Прогуляться по пригороду Челябинска в БДСМ-костюме. Это интересно. Опыт, я думаю. Я из Челябинска. Я думаю, тебе будет интересно в костюме пройти. Я думаю, там будет это будет эмоция. Один на один. Провести ночь в заброшенном особняке с призраками и Алексеем Паниным. Звучит как ролик на Ютубе, который набрал 2 миллиона просмотров. Да. Кайфово. Да. Тут только, а можно еще, знаешь, такое... В одном гробу с Паниным. И я с собакой, например. Чайный пакетик. Опустить свои яйца в кружку с кипятком и позаваривать. Больно, мне кажется. С кипятком? Да. Ужас. Да, я тоже думаю, что нет. Нет. Нормальный набор-то у нас получился. Набор нормальный. Сейчас, все, сейчас выходит Алексей Панин, да? Ты сказал, да. Нашу съемочную группу разорвало. Потому что это действительно первый гость, который угадал, кто сейчас к нам зайдет. Друзья, Алексей Панин не смог приехать, и слава богу, я... Я подумал, нормальный разбар. Нормальный разбар. Заходит Алексей Панин, а вы все выходите. Смотри, тебе сейчас надо выбрать будет из этих карточек, я немножко их перемешал. Смотришь камеру, которая вот загорелась, вытаскиваешь карточку и говоришь: «Я Габар, я готов сделать челлендж вот такой-то, такой-то». Если, кстати, получится полететь в Челябинск, я тебе оплачу эту поездку лично, бизнес-классом, да. Блядь, там, наверное, кажется, Челябинск. Давай. Трэш-парад. Прогуляться по пригороду Челябинск. Блядь, как это хорошо! Ты полетишь бизнес-классом! Я тебе лично оплачу, потому что ты классный. Все подписчики из Челябинска, пожалуйста, помогите мне. Габар в гостях «Ночного контакта». Браво! В России вводят закон. В России вводят закон. Что ты серьезно это делаешь, блядь? Расслабься. Про бесплатный интернет. Пока еще список социально значимых сайтов еще не утвержден. Поэтому у Габара есть возможность обратиться сейчас к властям и рассказать, почему именно его канал должен быть в списке значимых каналов. Значит, сейчас на экране будет появляться начало предложения твоего. Ты начинаешь с этой фразы и дальше продолжаешь. Готов? Да. Поехали. Уважаемые министры бесплатного интернета,
или как вас там еще называют. Мой канал должен быть в перечне необходимых каналов, потому что когда ты смотришь мой контент, жизнь в России кажется чистым кайфом. Мой канал обязательно должен быть в бесплатном доступе у каждого гражданина России. Что надо, блядь, придумать? Потому что? Я молодец. Шоу Игры Габара развивает в человеке интеллект, интуицию, чувство прекрасного, оберегает от стресса и, конечно же, способствует тому, чтобы каждый зритель дожил до пенсионного возраста. Не скрою, да, у меня иногда блюют в кадре, но вы тоже это делали. И это естественная человеческая функция. Вы спросите, какую социальную функцию несет в себе засовывание червяка в нос? А я отвечу, никакую, но, например, это хорошая профилактика гайморита. И червяку там тепло. Да. Да, мне нравится. Продолжай. А, это еще не все. А еще, если вы не знали, то Габар расшифровывается как государственно, абсолютно безбашенный... Офигенная республика. Республика, да. Целая страна. Спасибо за понимание. Как я говорю, когда меня бьют током, респекта. Габар в гостях «Ночного контакта». Браво! Спасибо. Мне нравится игра. Я сразу не хочу это делать. Мне пизда. Сколько раз можно повторять, что ты не моя, что ты не моя. Новый сезон «Игры Габара». Третий сезон будет, я так понимаю. Да. Что будет? Мы думаем, что как будет. Это командный будет... сезон. Думаю, будет интересно. То есть он будет жесткий, но при этом не сильно отвратительный. Ну, то есть он делает рамки, где я не могу вот так развернуться и сделать то, что я хочу. А попробуй на РЕН-ТВ в костюме инопланетянина. На телеке намного лучше с цензурой. Короче, есть игры Габара, значит, сейчас мы будем играть в игры Стасяна. Все, поехали. Короче, игры Стасяна, правила очень простые. Сейчас на экране появляются несколько челленджей, которые мы должны будем с тобой выполнить перед тем, как мы возьмем в руки эти карты. Сейчас я их перемешаю. Так, я понимаю, там цифры. Двоечка, десяточка. Так, у кого больше, тот выиграл, да? У кого больше, тот выиграл. У кого меньше, тот выполняет челлендж, который появляется сейчас на экране. Габарбер. Косметичка Киркорова, мышь крадется. Блин, я не готов бриться. Ледяные шары, живая сушилка, отбитый пранк. Ну что ты думаешь? Клянусь, я не знаю, что здесь. Мне кажется, будет неплохо косметичка Киркорова. Просто мне всегда было интересно узнать. Давай начнем с косметички Киркорова. Да. А Габарбер это что? Это что? Я не знаю, я реально не знаю. Это бриться, я чувствую. Смотри, колода карт я перемешал. Я тебе доверяю. Да, мы берем с тобой... Две срезаем сверху. Раз, два. Третью ты берешь себе. Открывай. Валет. А это неплохо. Сука. Давай, подожди. Давай. Подожди. Хорошие искренние эмоции. Подожди. Я тоже две. Раз, два. Давай. Оппонент мажет твое лицо медом, а потом высыпает перья и блестки. Ёкарный бабай. Это жестковато. Я рад, что я выиграл. Подожди. Твою мать! Это очень полезно. Спа у Габара. Так, хорошо. Так, а потом высыпает на него перья. Посыпай, бросай. Прям да. Можно дерзко бросить? Да, можно дерзко.
Мне нравится твои игры. Мне нравится. Это круто. Окей. Играем дальше. Так, мне не нравится. Я думал, мы одно снимем и все. Так, я выбираю челлендж следующий. Выглядишь сногсшибательно. Выбираем челлендж. Я думаю, все справедливо. Выбирай ты. Давай. Значит, я выбираю... Ледяные шары. О боже, это лед в трусы. Инфа сотка. Тебе нужно держать в руках замороженные надувные шарики с водой до конца игры. Я перемешал. Замороженные надувные шарики до конца игры. Раз, два. Да ладно. Девять. Раз, два. 10. Я готов. Так. 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 Хорошо. Да. Давай. Очень, очень хороший конкурс у вас. Челлендж, челлендж, челлендж. Это я. Что, Габарбер? Габарбер! Оппонент намазывает ладонь пеной для бритья и бьет тебя по лицу. Я не уверен, но мне кажется, к твоему образу сейчас может неплохо подойти. Я. Раз. Два. Туз? Подожди. Я вслепую. Давай одновременно. Да. Раз, два, три. Сука! Да я же внесу тебе пену! Мне нравится это. Подожди. Так, продолжаем вечеринку. Холодно тебе? Да. Братан, лучше вот так сидеть с намазанным ебальником, чем простывать. Давай. Мышь крадется. Тебе нужно ударить ладонью по мышеловке. Первый открывай. И так все просто. Раз, два, ага. Семь. Раз, два. Ва-банк. По-царски. Давайте. Света, давай мышеловку! Сразу скажу, что мышеловка довольно слабо бьет. И у нас было на игре Габара другое задание. У нас было язык положить туда. Все готовы? Да. Я просто это не делал, делали другие. Слышь? Ну да, неприятно. Холодно и больно, Света, забери мышеловку. Слушай, я думал, языку было бы больно. Еще остались челленджи. Так, живая сушилка. И отбитый пранкер. Че, выбираем сушилку? Давай сушилку, че уж. Оппонент вешает на твое лицо 30 прищепок. Слушай, ну ты сам понимаешь, да? Все, что касается лица, сегодня твое. О боже. Кто первый? Раз. Два. Нет шансов у меня. Раз. Два. Внести прищепки! Внесите прищепки! Старина, я не знаю, куда тебе вешать прищепки, смотри. В каждую ноздрю, наверное, да. Нет, подожди, я на ноздрички оставлю уже на потом.
Братан, а мне кажется, знаешь, что ты вот такой вот стильный будешь, чувак, если ты будешь вот так вот. Я думаю, я так дальше поеду навстречу. Подожди, подожди. Ага, вот так вот. Хорошо легло, да, вот так? Слушай, ну... О! О! Я просто, честно говоря, мне очень смешно, но если я смеюсь, они все подлетают. Нормально, нормально. И осталось две еще. Вот сюда я тебе их за... Скажи, насколько... Габар! Финальный челлендж. Туз. Давай уберем тузика. Давай одного, и Семенку тоже. Он медовый. Отбитые пранки. Отправить жене аудиосообщение со своего телефона. Светик, я еду, у меня съемки отменились. Винишко взял. Да, надо будет на самое. Я сразу не хочу это делать. Мне пизда. Вы старина, мне тоже пизда. Просто это, с этим, оно потом тебе аукнется, понимаешь? А давай тогда видеосообщение запишем. Хорошо. Давай, я первый. Раз, два. Так как это последний, да, теперь ты. Раз, два. Да, я волнуюсь. Ты волнуешься? Ну, блядь, опять семь ебучая. Да ладно, да. Серьезно? А у меня тоже семь ебучая. Да! Ничейка! Мы сегодня изрядно здесь повеселились. Все, давай, хватит морозиться. Шары расставили, габару, кожу. В конце ничейка мы разошлись по чесноку. Резмек! Я хочу тебя помочь всю эту хрень убрать. Да ладно, тут пена для бритья. Просто можешь еще мне вмазать раз. От тебя приятно получать, звездюль. Хорошо. Это было весело. Особенно меня порадовало, это ничейка в конце. Для меня тоже. Спасибо. Спасибо тебе огромное, что ты пришел к нам сегодня. Спасибо, что позвали. Значит, подписчикам, тот, кто хочет получить коробочку Игры Габара, обязательно придумайте какой-нибудь самый креативный челлендж для Габара. Самый креативный подписчик получает коробочку Игры от Габара. Все, это был «Ночной контакт». Мы пошли умываться. Пишите в комментариях ваши креативные истории. Мы пошли умываться. Увидимся в следующий четверг в 20 часов 20 минут. Пока! Пиздец. Теперь не чужая. Сколько раз